Показы на улицах и площадях, в парках и музеях, и даже на подземных автостоянках. По-настоящему южная и стильная в Грузии неделя моды. Сценарий этого показа до последнего держался в тайне. Датуна Сулюкашвили – настоящий мастер интриги. Для недели моды был создан не просто показ, а настоящее шоу, где были задействованы не только модели, но и звезды балета. И вот они, призраки оперы. В полумраке сложно определить, откуда появятся участники показа и кто они – модели или танцовщики. Цвет настроения строгий, платье из бархата, причем и на мужчинах, а еще причудливые головные уборы. Сложно что-нибудь говорить, когда ты шел к своей мечте столько лет. Я готовил эту коллекцию именно для оперного театра. Мечтал, чтобы мои наряды носили профессиональные балерины. Балерины как модели, а модели как балерины. И прима среди них не Ноана Ниашвили. Я всегда хотела, чтобы наши балерины и танцовщики приняли участие в празднике моды. И вот задействовали всех солистов и кордебалет. Я много лет наблюдаю за тенденциями грузинской моды. 25 лет назад мы начинали с нуля. Это была пустыня. Теперь такое многообразие. В Тбилисском аэропорту для кого-то просто летная погода, а для участников этого модного показа – самый ответственный день. А дизайнер Ануки Аришидзе еще сама недавно была на подиуме. Супруга мэра Тбилиси Кахи Каладзе 9 лет назад сменила профессию, но осталась в мире моды. Новая коллекция не имеет ограничения по возрасту. Это одежда для тех, кто занят, кто ухаживает за детьми и при этом хочет выглядеть отлично. Тбилисская неделя моды расставила главные акценты сезона «Осень-зима». Диана Юсилиани, Бессоми Кукишвили, «Евразия в тренде».